Доброе утро, друзья! На часах 5 утра, и пляжный коп в Испании продолжается. Сейчас как раз время отпусков. Лето еще не закончилось, но тут летний сезон может длиться и до октября. Поэтому будем продолжать копать. Так что поддержите этот контент лайком. Включаю прибор. И погнали искать. Так, первый сигнал, 75. Где-то на поверхности 76. Выкопал. Монетка. Классно. Только начали. Что это у нас? 50 центов. Отлично. Да, идем дальше. Интересно, сегодня будет золотишко, серебришко. Было бы неплохо. Так, еще один хороший сигнал. Вот здесь вот 70, 69. Банка, походу. 71. Да, банка. Хорошо, забираем, выбрасываем. Так, 73, 72. Уже выкопал. Смотрим, что это может быть у нас. Вот уже вижу. Монетка. Двадцать центов. Отлично. Так, и сигнал. Сигнал 80. Где-то здесь что-то лежит. Это у нас крышка. Угу. Так, только что вот нашел какую-то монету. Сигнал был 42. Как у пробки. Что это за монета? Может быть, очень интересно. Что-то очень старое. Непонятно. Может получится дома очистить. Посмотрим. Но монета. Так, сигнал 70. Четкий. Либо банка, либо евро. Так, выкопал. Где-то здесь. Что же это может быть у нас? А, вот крышка. Есть сигнал 72-73 на поверхности. Похоже на монету. Так, где-то здесь. Есть. Выкопал, смотрим.
потерял. Монета. Что это у нас? 20 центов. Да, 20 центов. Ну, хорошо, идем. Так, где-то было, был сигнал. Вот. О! О, евросик. Вот это приятно, приятно. Вот и первый евро за сегодня. Отлично. Так, еще один сигнал. Монетка. О, 50 центов. Так, идем дальше. Есть сигнал. И что это у нас? Крышка. 72. 71, 72 уже выкопал. Смотрим. О, вижу. Монетка. Двадцать центов. А нет, евро. Да, 1 евро. Отлично. Так, нашел что-то возле катамаранов. Где-то. Где-то здесь. Что же это у нас? Ключ? Серьезно? Ключ от катамарана? Ну, похоже на то. Что, и все? Ключ от катамарана. Тоже неплохо. О! Еще одна монетка. 10 центов. Уже светает. Мы идем дальше. Ну что, друзья, прошло 2 часа, уже встало солнце. Давайте посчитаем, сколько получилось найти за 2 часа. Итак, евро, 2 евро, непонятная старая монета, 2,50, 2,63. 3,70. Неплохо. За 2 часа лучше, чем ничего. Так что, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч. Я думаю, дальше найдем больше.